Китай бывает разным. В продуктовых ларьках китайское какашо, но в правильных центрах Китай крутой. По сути, понять-то надо. Круче Китая был СССР. Простите, его развалили, но не все. Теперь с Китаем на равных, но круче него Россия и Беларусь. И где все это? А в Орионе. К слову, об истории отношений. Кто лучше всего делал игрушки? В свое время лучше всего игрушки делала Россия, извините, подвиньтесь. Вот. Потом уже лучше всех стали делать игрушки китайцы. То есть, когда СССР прекратила свою деятельность в отношении игрушек, сразу возник Китай. Потому что, когда я был в Соединенных Штатах Америки, а в Соединенных Штатах Америки был я как раз в 97 году, я заходил в магазин игрушек, вот, попытался найти качественные игрушки, они были, естественно, качественные игрушки, но когда я посмотрел внимательно, я убедился, что все игрушки сделаны в Китае. Вот. Казалось бы, что бы сегодня можно было бы сказать, все китайские игрушки хороши, но в этом не есть суть. Потому что, вот, к примеру, мы хотим посмотреть, какие игрушки в магазине Орион. И я вам серьезно скажу, что большая половина игрушек сделана в России и в Беларуси. Я посмотрел внимательно, Честно говоря, здесь количество китайского товара не такое большое. Ну, примерно третья часть китайского товара. Половина Беларуси, половина России. Вот. Что касаемо китайский товар, понимаете, китайцы, они, конечно, очень клевые мужички, честно скажу. Вот. То есть они, помните Лего? Вот они делают как Лего. Только дешевле, естественно. Кстати, и Лего тоже делается в Китае. Вообще не совсем понимаю. В принципе, одно и то же. Только здесь цена на вот Лего в разы дешевле, кстати. Если вам необходимо будет прийти и купить себе то, что гораздо дешевле, чем Лего, только в Орион приходить. Вот. Китай чем занимается? Он делает копии. Тоже шикарные копии. Вот игрушки времен войны, там всякие пистолеты, это тоже делается Китай. Вот. Ну и, естественно, они тоже делают пазлы. То есть весь пазловский мир — это, естественно, Китай. Вот. Все остальное делают Россия и Беларусь. Вот, кстати, очень-очень классные штуки, сделанные в Беларуси. Это посудомоечная машина и панель сварочная. То есть для девочек однозначно. Кстати, здесь и для девочек вот верхняя часть — это вот все, что для девочек. То есть, поверьте мне уж, вы их никогда не сломаете. Это все также работает, включает батарейки, и все это просто супер. И оно показывает, как в будущем вы будете работать на своей замечательной кухне. И в очередной раз мы вам говорим, что магазин Орион — это не только магазин игрушек. Хотя все тут заточено для детства. А для детства, естественно, что вам необходимо? Вам необходимы мотоцикл чуть позже будет, нам необходимы велосипеды. Сколько их? И для любого возраста. Вот они все. И еще там в том числе. Мне супруг попросил, говорит, покажи бум молодежный. Бум молодежный есть. И бум молодежный в магазине Орион. И бум молодежный — это вот всякие фигнюшечки. Я понятия не имею, как все это делается. Но похоже, все-таки не получается. Но тем не менее, все, что вам, ребятки, собирают вот здесь, вот в больших-больших количествах и ассортименте. Всегда же такое было, что дитё Советского Союза, оно как-то больше ценилось. Потому что и в своё-то время, да и сейчас в том числе, развивающие игрушки, и вот этот, пожалуй, только Россия. Потому что всё, что нужно для вашего развития, а это огромный ассортимент. И, кстати, я, конечно, прекрасно понимаю, что Лего — это супер, но то, что вы не сделаете из Лего, где вам это все дело продемонстрируется. То есть это, естественно, металлические конструктора. Вот этого здесь в большом количестве. Было то время, там мы смотрели, что-то привозилось к нам. Но в основном мы брали металл. Из металла все делали. Вот. Кроме всего прочего, здесь различные ролевые игры и правильные игры. То есть шахматы, шашки, потом лото, тоже все есть. Ну и, естественно, другие вещи, как мозаики. То есть мы прекрасно понимаем, что не все еще потеряно. И потихонечку мы начинаем восстанавливаться. Да, в действительности мы делаем замечательные игрушки.
только мы игрушки делаем, они как бы детишки. То есть мы такие небольшие игрушки делаем. Хотя иногда тоже получается свой игрой. А вот в остальном, к сожалению, мы пока это еще делать не умеем. Куклы Барби и все остальное, типа Барби. То есть типа Барби стоит денег, типа не Барби денег не стоит. Вот, типа не Барби здесь тоже хватает. Вот. Ну, хорошо, если эта Барби ездит на конешке, да? Но куда она приходит? И вот для нее то, что делается в Белоруссии, вот то, что сверху, вот это все то, что делается. Вот. Если что-то даже не получается, то также из Белоруссии, также из России каталочки разнообразные. Вот такие. Суперовские. То есть есть куда прийти. Так вот, место-то самое замечательное. Как всегда, здесь 30% всего лишь Китая. Все остальное это Белоруссия и Россия в том числе. Это то ли Беларусь, то ли Россия. Я вообще не понимаю, нам бы вернуть на круги своя все, что было. Еще туда бы еще Украину забрать. И тогда бы все нормально. Вернулось. Вот. Конечно, была тема радиотехника нам. Ну, электроника. Тоже Россия, кстати, если честно. Потому что дело-то было в 88-м году. У нас девушка привезла, ей привезли с Америки игрушку. Но тем не менее, мы поехали спокойненько в Москву и купили себе электрические, точно такие же игрушки. Ничего не случилось. Я, конечно, не понимаю, но вот компьютеры, они пришли потом к нам оттуда, но с другой стороны. Все, что мы делаем, пожалуйста. То есть, реально смотрим. Россия, Белоруссия, чуть-чуть Китай. Столько, сколько необходимо, 30%. Сюда подходим, и опять и Россия, и Белоруссия. Че ж здесь-то не жить-то? Теперь из-за разряда то, на что я смотрю. То, на что я смотрю. Во-первых, хорошо делает уже Санкт-Петербург. Тоже работает правильно. Эти вещи, простите, но это Китай. Но зато это как классно сделано. То есть вот для детей все в наличии. Пожалуйста, никаких проблем не существует. Вот. Теперь о неубиваемости я вам продемонстрирую. Вот там большая часть, ну не, уже не большая часть, я думал, что большая часть будет у меня, но такое не получается. Уж поверьте мне, вы это не убьете. И ваш ребенок тоже это дело не убьет. Вот о чем говорим. То есть, когда покупаешь Китай в каком-то другом месте, ну, как вам сказать? Ну, вот такой. Конечно, тоже вот, ну, зато он дешево. И потом колесики отваливаются. Теперь другой вариант. Ну-ка попробуйте вот отсюда колесики отвалить. Сделано в Санкт-Петербурге. Да попробуйте, если получится. А если не получится? Ну, какая красивая Бентли. Нормально. Норд-Пласт. Санкт-Петербург. Зашибись получается. Вот так бы все и жили. А то куда ни попадись, везде Китай и Турция. Причем, как правило, кака. В Орионе нет. В Орионе грамотно представлены три страны. Россия, Беларусь и Китай. И если честно, то купив вашему сыну игрушку, он поделится с ней и со внуком. Ну а как вы хотите? Я все время говорю, ребят, Россия, она тоже славилась игрушками, да? Надо немножко вернуться на круги своя. Хватит, в конце концов, тырить бабки. Нет, это не есть правило. Потому что то, чем я занимался в детстве, представляете, я сейчас нашел игрушки времен Советского Союза, так они до сих пор такие рабочие. Мой сын, в действительности, это ему нравится, потому что мы этим делом занимались. Мы это дело хорошо пропагандировали, у нас были другие вещи. Вот. Конечно, сегодня, сейчас уже все немножко по-другому, но можно это все и делать. Вот. Тем более пластмассы, в принципе, у нас очень-очень много. Металла, его тоже хватает, не все то, что нужно, идет в промышленность. И кое из чего тоже можно сделать игрушки качественные. То есть мы работаем, мы поднимаемся и мы понимаем результат. Потому что, когда у вашего ребенка качественные отечественные игрушки, то это тоже очень неплохо.